Эксперты по экономическим вопросам считают, что программа позволит значительно улучшить качество жизни казахстанцев. И начинать нужно со школьной скамьи. Профориентировать учащихся необходимо по их способностям. Впрочем, работу должны продолжать и в колледжах. Крупные компании будут брать шефство над студентами, чтобы из стен учебных заведений выходили именно те специалисты, которые нужны на рынке труда. Отдельное внимание – трудоустройство в сельскохозяйственной отрасли страны. Будут реализованы ряд инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, которые позволяют вовлечь население, которое живет на селе, в именно трудовые отношения. Будут созданы новые сельскохозяйственные образования, которые позволяют именно зарабатывать на селе, строить дела и бизнес.